11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В этот день ульяновцы собрались на площади 30-летия Победы, чтобы вспомнить о тех страшных событиях. У памятника жертвам концлагерей собрались люди всех возрастов и званий. Прийти сюда в этот день каждый считает делом чести. И вы знаете, буквально по несколько человек живых осталось на каждом избирательном округе, кто прошел этот ужас, и мы с коллегами прошли по каждому адресу. И, ну, крайне сложно, конечно, слушать рассказы участников этих страшных событий. Сами бывшие узники пришли в полосатых шарфах. Память о робах, которые они некогда носили. Узников концлагерей осталось очень мало. Они попали в лагеря еще детьми, а теперь уже глубокие старики. Им трудно рассказывать о том, что они пережили. Те, кто был с ними там взрослым, их уже нет в живых. Как бы ни было тяжело, ветераны считают, что митинги реквиема нужны. Помнить об ужасах фашизма и никогда не допускать подобного нигде на земном шаре. И молодые помнят. Когда вот присутствуешь здесь, сердце бьется по-другому. И видишь картины в фильмах, как дети плачут. Ну, вы понимаете, что дети – это самое дорогое. А когда они побывали в горниле смерти, прям в логове смерти, это двойне страшнее. Поэтому сегодня, как вот сказал Владимир Владимирович Путин, вот эти вот мероприятия, уроки митинга реквиема – это живая история уроков мужества. Среди участников – представители правительства, городской администрации, общественных организаций, молодежь. Присутствующие возложили цветы к памятнику узникам концлагерей. Павел Половов, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».